сегодня у нас проходит мероприятие в рамках интернедели. Это фаер-шоу, мастер-классы, которые у нас проводят тоже наши фаерщики, и различные игры, эксперименты с огнем. Я поджигаю пену в ладонях с газом, и люди держат ее на руках, и спустя какое-то время отпускают, она гаснет. Греют участники теплом своим зажигательным настроением, ну и огнем, конечно. Сам огонь – это непосредственно отдельное существо, не знаю, дух, оживленная вот эта вот материя. Все получили заряд положительных эмоций. В общем, все счастливы, я думаю. Огонь же, это так весело, так тепло, жарко просто. Именно в такие моменты чувствуешь, что вот весь университет – это единый какой-то коллектив. Все вместе, дружно занимаются какими-то интересными, веселыми вещами.